У православных началась Страстная неделя. Последние 7 дней перед Пасхой – самая строгая неделя Великого Поста. Праздник в этом году выпал на 16 апреля. Накануне жители города освящали вербы. В храмах было многолюдно. Наше с вами предстояние в храме Божьем, вспоминание того события, это не просто какой-то исторический факт, а это сегодня, здесь и сейчас. Мы с вами со Христом. Мы с вами, как те отроки, вопием и славословим Христа, входящего в Иерусалим, для того, чтобы пройти с Ним дальше, для того, чтобы войти в эти страстные дни и вместе с Ним сопереживать и соучаствовать тем священным событиям. Души и телесы, всякие сопротивы и силы отгнательные Господу, помолимся. Все православные христиане страстную неделю стараются, конечно, совместить и с посещением Храма Божьего, потому что здесь в полноте раскрывается смысл этих дней, последней жизни Спасителя. Конечно же, здесь церковь и молится, и насыщает, так сказать, духовную жизнь христианина особым священным действием.